Всем привет, вы находитесь на канале Минеру, и в этом видео я расскажу, как присоединить троллейбус к проводам Bimage Drive. Но для начала вы должны скачать сам троллейбус и карту Russian Trolleybus Map, автор которых является Андрей Курьянов, прекрасный мододел, который делает изумительные моды. Кстати, у него есть YouTube канал под названием «Пюрешку я люблю». Если автор увидит это видео, то знай, ты супер и моды твои шикарны. Лично я подписался на тебя, и удачи тебе во всем. Теперь разберемся, как цеплять троллейбус к проводам. Загружаем карту и спавним автобус. После того, как он прогрузился, переходим в режим редактирования, нажав клавишу F11. Принцип будет как и с поездом, много раз проще. Просто перемещаем троллейбус под контактную сеть, проще говоря, провода. И все, выходим из режима редактирования и наслаждаемся.